Инспекторы природных парков и заповедников Башкортостана получили в распоряжение 16 новых автомобилей и снегоходов. Транспорт обошелся бюджету республики в 15 миллионов рублей. По словам министра природопользования и экологии региона, это самое масштабное за последние несколько лет обновление автопарка. Ранее, 3 года назад, инспекторам вручили технику на 5 миллионов. Особо охраняемая природная территория – это особая деятельность, которая связана с работой инспекторов в природных условиях, достаточно жестких, суровых. И поэтому зависимость от материально-технического снабжения очень высокая. Площадь 4 природных парков и 27 заказников Башкортостана – около 1 миллиона гектаров. Большей частью это местность со сложным рельефом, преобладают леса и горы. По словам инспекторов, мощная проходимая техника поможет им в борьбе с браконьерами и прочими нарушителями.